Добрый день, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я буду показывать приложение подключения к партнерской сети, медиасети AIR, Agency of Internet Rights. Вчера я подал заявку, и вчера вечером я получил ответ от них о том, что они готовы подключить мой канал к своей сети. Для этого мне надо сделать пункт первый, то есть если у вашего канала нет нарушений, в течение суток вам будет выслано приглашение для технического подключения канала. Инструкция по техническому подключению, вот, они мне уже прислали. Подключая свой канал к AIR, вы подтверждаете, что делаете это добровольно, предварительно, в полном объеме, ознакомившись с текстом договора. Здесь договор, так? И дальше, согласно с условиями договора, обязуйтесь выполнить. Итак, значит, читаем все, что вам прислали, и делаю подключение. Кликаю на вот эту ссылочку. Ссылочку я уже раскрыл, это в папке Dropbox. То есть процедура подключения канала к партнерской сети AIR. Значит, что мне надо сделать? И они как раз пошагово сделали инструкцию. То есть я открываю свой канал YouTube. Нажимаю на значок, нажимаю «Творческая студия». Далее, то есть кликнули, перешли на этот канал. Далее, видим то, что есть приглашение. И нажмите «Подробнее». Перехожу, вот видите, пользователь агентства Trend Right приглашает вас в многоканальную сеть. И нажимаю «Подробнее». И читаем и продолжаем. Вам предлагают вступить в многоканальную сеть. Подумайте, прежде чем принять это важное решение отказаться от прямых партнерских взаимодействий с YouTube. Либо отклоняем, либо продолжаем. И я продолжаю. Если вы вступите в сеть AIR, ваше сотрудничество с YouTube будет прекращено. Владелец сети AIR, пользователь агентства Internet Rights, будет получать все доходы от вашего аккаунта. Кроме того, AIR будет отвечать за его администрирование. Вы соглашаетесь с тем, что YouTube не отвечает за пользователя AIR, в том числе за размер компенсации, которую AIR будет вам выплачивать. Вы соглашаетесь с тем, что YouTube не выступает посредником в спорах, которые могут возникать. В общем, мы отказываемся от YouTube и подключаемся полностью к AIR. Я принимаю соглашение и нажимаю кнопочку «Присоединиться к сети». Теперь ваш канал входит в сеть AIR, и нажимаем кнопочку «Готово». Все. Это выполнили. То есть, фактически то, что они нам предлагают делать в инструкции. Все. Таким образом, я подключил свой канал к сети AIR, медиасети AIR. И еще такой интересный момент. Как проверить, подключились мы к медиасети или не подключились? Переходим вот сюда, кликаем на шестереночку. И здесь нажимаем «Статус и функции». Жмем и видим. Партнер подтверждено, сеть, которая подключена, сеть называется AIR. Так? И дата подключения, то есть 10 марта 2015 года. То есть 2 минуты назад я как раз подключил данный канал к сети, медиасети AIR. И теперь через несколько минут мне надо будет сделать монетизацию всех видео, то есть включить монетизацию. То есть теперь будут монетизироваться даже те видео, которые на YouTube, когда у меня к YouTube было подключено к AdSense, видео не монетизировались. В этой же сети эти видео будут монетизироваться. Значит, как я буду подключать данные видео именно массово с помощью простого одного клика, то есть там все элементарно делается, я расскажу уже в следующем видео. Так что следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!